Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, канале, на котором вы всегда можете рассчитывать на свежие новости. Давайте обсудим новость, которую разработчики сегодня выложили. Я больше чем уверен, что многие из вас даже не обратят внимания на данное событие игровое, но не в смысле того, что мы будем в него играть, а в смысле того, что в нашей игре происходит какое-то событие. В частности, у компании Wargaming закрывается форум World of Tanks Blitz. А вы знали о том, что он существовал? Вот и я сомневаюсь. Я больше чем уверен, что большинство из вас даже знать не знали о том, что такой форум имел место быть и что его, оказывается, закрывать планируют. Но в целом, ребят, важна не сама новость, а к чему она ведет и, в принципе, что разработчики им предлагают в виде альтернативы и что в виде альтернативы я могу предложить вам вместо вот этого форума. Для тех, кто не знал о его существовании и не пользовался, показываю. Форум имел вот такой внешний вид. Ну, типичный форум на интернет-странице. Это был форум World of Tanks Blitz. Английский, немецкий, французский, короче, всякий. И вот, в зависимости от того, куда вам хотелось, вы захотели и смотрели то, что вас интересует. Ну, допустим, объявление, а здесь необходимо было зайти в роскошное мероприятие. И, короче говоря, ну, очень удобно, прям до безобразия. А главное, насколько это все пользовалось популярностью, как вы сами видите, да ни насколько. Что же разработчики предлагают нам взамен? Они предлагают нам, как минимум, а это довольно неплохой вариант, Discord-сервер. Выглядит он вот таким вот образом. Я данным Discord'ом, ну, можно сказать, пользуюсь, хотя по факту давно уже просто на нем зарегистрирован и роюсь в нем, по-другому я это назвать не могу, потому что здесь очень много всяких разделов, и когда ты ищешь что-то конкретное, это действительно очень сложно, но уж тем более по последним новостям. Да, разработчики сделали здесь, допустим, там отдельно опросы, отдельно обсуждение новостей, отдельно обсуждение сезонных обновлений, потом сезон противостояния сюда добавляют, но все это тоже не сильно пользуется популярностью. Почему, по моему мнению, данный Discord, хотя он правильно задуман самими разработчиками, не пользуется особой популярностью? Да дело в том, что здесь, ребят, очень сложно что-то найти. Я понимаю разработчиков, они пытаются всю имеющуюся у них информацию уместить в пределах одного Discord-сервера, и это действительно очень сложно. Очень сложно найти новости, очень сложно найти нормальную говорильню, в которой вы можете пообщаться. В общем, Discord-сервер есть, здесь действительно огромное количество информации, и здесь действительно разработчики, ну, выкладывают все, что они имеют, в том числе и постят всякого рода какие-то новости, заманушки, ну и, соответственно, какие-то информационные посты о том, что будет в ближайшее время, но, как правило, не говорят о том, что это будет конкретно. Что я могу предложить вам в виде альтернативы и почему я могу вам ее предложить? Дело в том, что помимо вот этого официального Discord-сервера, который вы видите, есть еще отдельный Discord-сервер, про который вы, скорее всего, слышали, многие не слышали, но я больше чем уверен, что никто из вас не видел этого Discord-сервера. Выглядит он вот таким вот образом, он называется CC, в данном случае 2023. Данный Discord-сервер я не могу показывать в отношении разделов, что внутри них находится, но я являюсь одним из немногих людей на всей планете Земля, который является участником данного Discord-сервера. И здесь, в этом Discord-сервере, мы, контрибуты, обсуждаем с разработчиками дальнейшие события в нашей игре, изменения, разработки, новые ивенты, предлагаем и проталкиваем ваши идеи, если вы это предлагаете. И все это происходит здесь внутри. И что дальше? А дальше все это дело стекается на мой Discord-сервер, который я и предлагаю вам в виде альтернативы. Здесь нет огромного количества всяких разделов, в отличие от официального Discord-сервера Wargaming. Здесь собрано только все самое важное. Все самые важные новости игры стекаются сюда. Именно сюда мои модераторы и администрация нашего Discord-сервера забрасывает информацию обо всем, что узнает с разных источников. И здесь это все появляется, как только это все появляется в официальных источниках. Также здесь есть обычный, простой, общий чат, в котором вы можете посмотреть
познакомиться с огромным количеством людей, у нас уже 750 пользователей, и общаться с ними. Если вы хотите обсудить конкретно игру, то можете обсудить игровые вопросы в отдельном чате. Также можете поделиться своими реплеями, ну и много-много всего интересного. И главное, ребят, здесь собрано только все самое важное и ничего лишнего, никакой лишней информации, которую вам необходимо будет отфильтровывать и отбрасывать. Также, ребят, рекомендую вам зайти и вот в этом разделе «Ники и ID» добавить свой игровой никнейм и ID на евросервере, потому что в ближайшее время вот в этом разделе лотерей появится розыгрыш на премтанк. Как только мы соберем с вами 1000 пользователей, а нам не хватает 250 человек, здесь появится соответствующий розыгрыш, ну и, соответственно, дальше это все будет тоже появляться. Также вы будете иметь возможность пообщаться с искусственным интеллектом, позадавать ему вопросы, и поверьте, он ответит вам абсолютно правильно. Вы можете обратиться в нашу техподдержку, если чего-то вы не понимаете, и что самое классное, здесь есть еще отдельный раздел с объявлениями, в котором вы, ребят, можете узнавать, ну, допустим, те же самые бонус-коды, узнавать их первыми и вводить их первыми. Также, соответственно, здесь есть информация о новых видео, которые выходят на моем канале и о стримах, а также, ребят, здесь собирается информация, как я уже говорил, о новостях игры и того, что сейчас есть в разработке у разработчиков и что в ближайшее время будет появляться. В общем, ребят, альтернатив огромное количество. Выбирайте сами официальный Discord-сервер или все-таки Discord-сервер вашего покорного слуги, в котором стекается вся только самая важная и вкусная информация. Здесь, безусловно, определяться вам. Ну а что касается самой информации о том, что форум закрывают, так я бы не сказал, что это прям является какой-то архиважной новостью. Более важно, как мне кажется, поделиться с вами инфой о том, где вы можете самостоятельно брать информацию и всегда быть в курсе по поводу того, что происходит в нашей великолепной игре. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а тем, кто досмотрел до конца данный видос, сообщаю, что оставив комментарий под данным видео, который будет включать в себя хотя бы не менее 7 слов, плюс ваш игровой никнейм и ID на евросервере, ребят, только комментарий по теме данного видео с своим мнением о том, что вы думаете по поводу закрытия форума и удобства пользования Discord серверами. Так вот, между теми зрителями, которые это сделают, поставят лайк данному видео и подпишутся на канал, потому что розыгрыш только для подписчиков, будет разыгран премиум умный танк. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.